Ну что, привет, мой любитель мотокросса. Ты уже умеешь трогаться, ты можешь хорошо стартовать, тормозиться, оттягиваться, ездить на заднем. Ты умеешь абсолютно все. Но сегодня я тебя научу ездить на переднем колесе. Не знаю, зачем тебе это нужно, но ты посмотришь это видео и поставишь лайк. Погнали! Прежде чем научиться ездить на переднем колесе, нам нужно разобрать несколько подготовительных моментов. Для чего это нужно? Первое. Эффективная остановка перед поворотом. Второе. Уверенный контроль на мотоцикле. Третье. Больше крутых видео в Instagram. Простите, что я без формы, потому что мне лень было переодеться, а вы так не делаете. Так нельзя. Мама не разрешает. Первое, что вам нужно сделать, это научиться останавливаться с подъемом колеса. Проще всего и безопаснее для вас это сделать сидя. Подсаживайтесь на бак, набираете небольшую скорость, нажимаете тормоз двумя пальцами, ни в коем случае не всей ладонью. Одного пальца, скорее всего, вам не хватит, потому что здесь нужно чуть больше давления. Соответственно, чуть-чуть подайтесь вперед. И почувствуйте, как колесо у вас отрывается от земли. Не набирайте большую скорость, не зажимайте тормоза и делайте все поэтапно. Перед упражнением поймите, что чем вы выше, тем мотоцикл находится в свободном полете. Если для торможения перед поворотом мы используем вот такую посадку с максимально прямыми руками и ткнувшись назад, здесь мы подаем корпус чуть вперед и руки делаем чуть мягче, для того, чтобы не блокировать подъем заднего колеса. Для начала наберите небольшую скорость и придавите передний тормоз до чувства, что руль у вас не подворачивается и чуть-чуть приподнимается заднее колесо. Не нужно сразу всеми руками, особенно полностью ладонью, зажимать передний тормоз в ожидании чуда. Наверное, вы упадете. Наверное, я вам покажу это сегодня. Чтобы научиться закидывать заднее колесо, вы можете использовать небольшую хитрость. Мы можем использовать небольшую кочку, вы можете накопать ее с помощью лопаты, либо подставить туда какое-нибудь препятствие в виде дощечки. А тем самым, проезжая передним колесом, вы будете задавать инерцию для заднего колеса. Еще один секрет – это положение ваших ног. Во-первых, имейте в виду, что всегда мы ездим на носочках, чтобы разгружать нагрузку на спину. Но и здесь вы можете вместе с нажатием тормоза и подачей тела вперед чуть-чуть разгружать подножки, тем самым делать меньшую нагрузку на заднее колесо.